выходные не повод сидеть дома, и мы знаем, как интересно и с пользой провести время. Если у вас в приоритете семейный отдых с детьми, то отправляйтесь гулять по тихим аллеям парка Зернова. Бесплатные игровые зоны для детей, аттракционы на любой вкус и возраст. Что может быть лучше, чтобы набраться сил перед трудовой неделей? В субботу и воскресенье с 11 утра до 8 вечера парк открыт для всех желающих. На стадионе ИКАР в эти выходные тоже будет весело. 11 августа здесь пройдет праздник «День физкультурника». Любители активного отдыха ждут соревнования по футболу, волейболу, стритболу, семейные эстафеты. Новинкой этого года станет экстремальная площадка с велоджимханой, скейтбордингом и мастер-классами по брейкдансу. Начало в 15 часов. Любителям более спокойного отдыха тоже есть чем заняться. Каждую неделю в молодежном центре на несколько часов посетители делятся на две противоборствующие команды – намеренных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль, кто кого быстрее обезвредит. Считаете себя мастером интриг и гуру убеждения? Тогда в субботу в 8 вечера отправляйтесь в молодежный центр и докажите это. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Сеансы для семейного просмотра будут забиты до отказа. На экранах фильм «Кристофер Робин». В жизни повзрослевшего Кристофера царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства, медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье. Рекомендуется к просмотру всей семьей. Новинка проката – безудержная экшн-комедия «Шпион, который меня кинул». Это кино о настоящей женской дружбе. Одри и Морган неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора и берутся за нелегкое дело – спасение мира. Их ждет полная опасности и киллеров шпионская гонка по всей Европе. Фильм снят в лучших американских традициях с юмором на грани фола и непристойности. Еще один фильм, который вышел на экраны – «Мег. Монстр глубины». Посвящается всем фанатам ленты «Глубокое синее море». На станции по изучению подводной жизни хотят проверить теорию, согласно которой на дне Тихого океана есть скрытая, ранее неизученная область, где могут обитать различные существа, долгие годы считавшиеся вымершими. Но все идет не по плану, когда батискаф с исследователями атакует мегалодон. Собственно, картина рассказывает о бравом герое Джейсона Стэтэма, который спасает команду научной станции, а попутно и отдыхающих на пляже от гигантской доисторической акулы. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.